родила. Угу. Она большая для меня. Здрасте! Здрасте, мои хорошие подписчики. Сегодня мы пойдем мои руки за глаза. Вон глазки у нее болят. Mm. Закрой. Вон. Все покраснели. Сегодня пойдем из-за этой больницу. Во-первых, я не хочу, чтобы мои глаза видны были. Я еще вот так смогла. Я так пойду. А потом я пойду в больницу для зуб. А то я давно... Они не знают, наверное, да, что я хуже где. Не знали. Брекеты ставила. Ну, давно же не видел, там есть, как я брекетами ходила. Да. Если что, там посмотрите. И за это сегодня... Я же сняла брекеты, поэтому буду сегодня смотреть, как я там с брекетами, чего не зубами. Бла-бла-бла-бла. Я, наверное, буду сегодня уколы делать. Ну, давай, пошли посмотрим. Посмотрим. Мы сейчас, получается, идем в больницу. Да, это большая больница, не самая большая в Сеуле, но достаточно большая. Там от института, да, там все есть, все подразделения, все врачи. Вот смотрите, это большая больница. Здесь лечат и рак, и разные заболевания. То есть больница от института медицинского. Здесь очень много практикантов. Так, ну помоечка. Помоечка. Здесь у нас очень много аптек от этой больницы. Здесь можно купить лекарства по рецепту. Ну и вот, как они, кресла. Здесь для инвалидов. Все можно купить. То есть здесь очень много сразу же аптек. Когда лекарства выписывают, сразу человек пришел и купил. Так, здесь, наверное, можно пройти тесты на корону, мы еще не знаем. Наверное, туда, нет? Нам с тобой сюда. Вот здесь, потому что был кожный. Смотри, как красиво, да? Видите, какая. Здесь центр матери и ребенка есть, женская. В общем, в этой поликлинике, в этой больнице, это больница, есть все. Что мы сделали, расскажи. Что мы сейчас сделали, что мы куда-то там ездили, или написали, что наше имя, наш номер телефона, чтобы нашли нас. Если вдруг мы окажемся заболевшими, и вот на каждому прилепили вот такой браслетик, что у нас взяли номер телефона, имя, и записали мы туда специальную книгу. Сейчас мы возьмем билетик. Ой, господи, билетик, талончик. Так, ну все. Что мы сделали? Рассказывай. Мы сделали сейчас, ну, логин наш сделали. Они знают, что я пришла. В регистрацию? Да. И сидим, пока они нас не позовут. Заплатили, получается, по страховке $10 за прием. И вот сейчас ждем, когда нас позовут к доктору. Сейчас у нее возьмут соскоб с этих болячек. Этот мальчик тоже мне прыщики лечил. А, да? Угу. Достаем? 5-10 минут. Давай, 5-10 минут подождем. Пойдем. Ну, это, короче, у меня аллергия. Подростковая аллергия, сказали. Переходный возраст, короче, как по-русски сханин? Переходный возраст, да? Правильно все, переходный возраст? Короче, это... И на губах аллергия. Еще, говорят, да, что вот глаза и губы, это важно, а вот глаза будут... Нет, вот эти будут до 16 лет. Угу. Тогда... Сейчас на месте фломастера нанесут лекарства, которые укажут, на что у нее аллергия. Вот на несколько видов мы взяли. Цена этого теста $25.
이렇게 이 정도 괜찮아요? Теперь будет чуть-чуть. Они будут протыкать, чтобы кровь смешалась с аллергеном. Больно? Терпи, солдат. Живая? И что теперь? Вот такие вот штуки. Ой, что там у тебя? Извините, ханжиро. Да? Чешется? Что сказали? А, ну, ханжиро. Сказали, в общем, место аллергии увеличится, да? Да. Чешется? Да, будет как прыщики будут, и узнают, где что у меня аллергия. И вот у меня у Лёши такого не было. И говорят, что... Что там говорят? Ну, короче, это переход. Да, это, короче, такое, и она, глаза, и вот это будет... Короче, без понятия. До 17 лет? До 16. До 16? Да. И глаза вот так, и губы будут чесаться? Да. Это у вас что, корейская особенность, что ли? Это без понятия. О, кондиро. Вон, иди об эту почешись. А, да, да. Об дверь. Да, да, да. Что, сильно прям чешется? Да. Аллергия у нас на бельевых клещей. Игонун другое. Иготу, тугета, чем мунджея. Бельевые клещи. А это у тебя, кстати, аллергия на цветение цветов. Якан. Якан. Пунчал кукару. Это каладжи. Мама. Вот именно на три у нее аллергия. На кошачью шерсть. И на бельевых клещей, белье, вот эти вот клещи, которые в одежде. Ну давай, что ты думаешь? Кошка 15 лет с тобой живет. Ну то, что аллергия на кошку, мы сами знаем. И на бельевых клещей такая же, как и у мамы, это тоже. И на этот, на пыльцу цветочную. Да. Кот Кару. Черт. Цветочная пыльца. Давай. Давай, мамочка почешет. Да. Вот так вот, ребята. В принципе, мы и сами это знали. Все. Все, я болею. Я тебе поболею. Дорого болеть. Лёша у меня не болела, это уже за всех поболела. И зубы ей поставили, и аллергия у нее. Дорогая девчонка выходит, капец. Вы что, корейцы такие, блин? Бу-бу-бу-бу-бу. Лёша у меня ничем не болел, русский. А вы, корейцы, какие-то больные все, блин. И класть вот это на глаза и рот. И вот так, мазать, короче, да? Да, мазать на руки. Вот здесь. И, короче, кушать еще. Лекарства написали, таблетки, да? Да, и сейчас будут. Кровь будет смотреть. Кровь будет смотреть. Правильно. Давай. Молодец. Что про аллергию сказали? А что за пыльца с деревьев какая-то, да? А, какое-то белое дерево. Надо посмотреть, что за дерево белое, да? Так, тебя зовут? Чоша Флоя. Пришли в аптеку, чтобы купить лекарства, которые выписали. Ну что, найдем сейчас дерево, да?
Это определенное дерево или какое? Не знаю, наверное, где-то на улице. А? Я не знаю, наверное, где-то на улице. А доктор что сказал? Ну, понятно, что на улице. Только на это дерево сказал? Да. Ну, понятно. В общем, вот у нас вот такая целая кипа. На все сегодня. Это? Этого? Да, все, что вот мы... ну, за все, в общем, то, что мы полечили, заплатили, получается, прием, кожнику, анализ. Здесь крови делали. Да, здесь кровь брали. Анализ у кожника, потом прием у кожника, потом прием за аллергены, за кровь, прием к доктору и все вот эти вот таблетки, которые ей выписали. Кстати, покажи, что там. Что? Таблетки. А. У нас вышло, вот я посчитала, 165 корейских вон. То есть это получается 100, ну, $150. Это вот так вот. Кушать один день? Нет, вот так покажи. Это таблетки, которые она будет пить от аллергии. Один день. За один день обычно. Да, в день. Вот это что? Глазки мазать? Да, это глазки и... Это глазки и рот. И губы мазать. А вот это... Вот а это вот здесь. Это на руки мазать. Это со стероидами. Поэтому увлекаться этим нельзя. Вот так вот. И это все, ребят, это все цены со страховкой. Если бы не было страховки, то мы бы заплатили за кровь, вот, пожалуйста, 256 тысяч вон. То есть, если бы не было страховки, мы бы заплатили, ну, $500, наверное, точно. Так что... Угу. Поэтому в Корее болеть дорого и обязательно нужна страховка. Ну, чем Россия не так дорого. Да в России бы мы бы вообще ходили по этим больницам, бегали и не знали, что с нами происходит. Ну, по крайней мере, в Комсомольске так. Все, пошли, пойдем лечиться. Опять? Ну, в общем, ребят, это бывает, когда ребенок, когда у ребенка получается переходный возраст и аллергия еще больше, как сказать, возобновляется, да? Вот, то есть в обыкновенные дни она спит, а весной она еще больше проявляет себя. Так что не болей, дочь. Блин, дорого болеть. Заказали два гамбургера одинаковые. Это мы в KFC. Когда я в Корею приехала первый раз, я постоянно ела этот KFC, эту жареную курицу. Ну-ка, что там у тебя? Сука большая. Маленький. Маленький? Как выгодно просто. Просто мясо. Давай, не обляпайся. Только покешь. Я глаза не могу. Нормально открывать глаза? Нет, рот не могу нормально. Рот не можешь нормально открывать из-за глаз? Угу. Людей мало. Вкусно? Вкусно? Никакого соуса нету. Да? Может быть, дальше будет? Так, проверяем ветрозащиту. Холодрыга. Холодрыга. Мы сейчас находимся на Ханнам-доне. Вот такой Ханнам-дон. И вон туда мост, который идет на Ханнам. Видите, здесь уже такие домички. Опа, Ганнам стайл. Вон, The Hill. А, вот он, этот комплекс, вот он. Вот здесь вот жили BTS-ы. Вот он, The Hill. Видите, кстати? Видишь? Вот здесь вот они жили, когда, получается,
Они, у них только начиналась ихняя карьера, видела? Вот он, The Hill, окей. Да. Когда был Цзэхэй, а потом они переехали в The Hill. А, потом переехали. Вот. Вот The Hill, пожалуйста. Вот тут. Ой. Нет. Ой. Нет. Ой. Нет. Ой. Нет. Нет. Нельзя. Так. Вот получается больница Миланы здесь. А это район называется Каннам. Это большой торговый район. Здесь очень большая подземка с всякой одеждой. Я сниму чуть позже. Смотрите, на улице, конечно, есть народ. Машины ездят. Но не так много, как раньше, хотя у меня такое чувство, ну, ничего не изменилось, только на всех маски одеты. Так. Ой, блин, ой. Так, на какой нам этаж? Пятый. Пятый. Пинг. Зайчик, зайчик, зайчик. Ай, вот не просто глаз. Блестяние. Красивые? Это очень мало. Да, вообще очень сильно прям. Так, сюда. Вот, это больница. Сейчас мы подождем. Здесь опять можно попить кофе, чай. Да, зубы можно почистить. Пошлите, я покажу. Кстати, туалеты в больницах. Вот. Зубная щетка. Одноразовая. Зубная паста. Пополоскать рот тоже есть? А. Все. То есть приходишь в больницу, почистил зубки и идешь красивый, готовый на прием. Ой, умничка. Помоечка, все чистенько. А, нет, это не туалет, это специально. Это где зубы чистить. Это где зубы чистить, а туалет там, все поняла. Сейчас Милана будет консультироваться у доктора насчет того, как у нее стоят зубы, потому что делали же ей брекеты. Вот, и, ну, это как контрольная проверка. Ага, ты вот эту штуку вообще не одеваешь, коза. Почему? Ты же раньше хотела. Хотела. Ну вот. Она говорит, что доктор говорит, что нужно обязательно носить эти съемные, как же они, ретриверы, вот, а для того, чтобы зубы не встали обратно криво. Да, что сказала? Подожди, стой, рассказывай. Что говорит? Что делает? Что она сказала? Вот. А что ты? Я все сдам. Не слушаешься докторов. Я тоже ничего сдам. Кому? Всем. А что ты не носишь? Это ты что думаешь, дешево что ли? Сделать брекеты тебе. Теперь куда? Домой. А домой? Она же сказала на второй этаж. Нет. Не надо?
Подожди, пока меня не позовут. Сейчас все нормально сказали с зубками? Mm. Одевай их. Зачем? Вот одевай и иди. А, вы сигма, я говорю, какие чай 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 бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Одевай, сказала. Вот. Я не могу вот хорошо так говорить. Нормально. Ты, тебе говорили, что ты можешь просто в них спать. Легла спать и все. А ты, блин, спишь с телефоном и болтаешь туда. Вот так прослушала, не знаю. Короче, вот так вот она постоянно со своим телефоном. Пошли. Получается, Милана сняла брекеты в том году, да? Правильно, в том году же? В том году мы сняли ей брекеты, она год с ними ходила. Вот, если вам интересно, напишите. Милана расскажет, как это, больно, не больно, и как все проходило. Ну, докаталась. Что, ты еще иди катайся? Да, я еще буду кататься. Все? Так, до свидания всем сказали. И получается, что в ноябре сняли брекеты, вот каждые 3 месяца, ты каждые 3 месяца, да, ходишь? Нет, сейчас идем через 6. Через 6? Mm. Через 6 месяцев? Mm. Она опять придет, опять посмотрит зубы. Потому что у Миланки были кривые зубки. Вот. Кривые зубы передние. И поэтому мы ставили ей брекеты. Вот так вот. Ай, подожди, я. Раз, два, три. Раз, два, три. Все. Потом мне фоточки пришлешь? Непонятно. Ты что, разговаривай сначала, научись, а потом проси у матери что-нибудь. Сейчас пойдем Дайсо вонючкины. Вонючковый магазин. Короче, Дайсо, мы уже говорили, да, это магазин, где все там, ну, я не знаю, по доллару. По доллару, по 2, по 3, по 4. Вот. Я не знаю, чья это тема, японская или какая, но я купила кружки 3, а мне надо было 4. Вот. Сейчас мы перейдем дорогу по подземному переходу, зайдем в магазин. Вот сейчас мы находимся в самой большой, наверное, в Сеуле, подземном центре с одеждой, ой, с торговым центром. Здесь продают одежду, телефоны, косметику, в ту сторону метро. Здесь есть все, и цены тоже разные. Я не знаю, от 2, от 3 долларов до 10, до 15. Давай, дочь, подожди-ка, давай какой-нибудь покажем что-нибудь, что почем. Ну, вот, к примеру, вот эти платья, вот 29 стоят. Вот такие. Ой, всякая красотища. Короче, мне дочь вообще ничего не разрешает смотреть. Вот всякие, смотрите, топики прикольные. Джинсы, спальная одежда, штаны. Обувь. В общем, о, краска. Краска. Что за краска? В общем, в таких местах есть все. Вот мы на Мендоне, кстати, тоже же были. О, кейсы. Ай, блин, я не успеваю говорить. Кстати, маски. Вот маски. Вот такие маски. И их тут куча, пожалуйста, по 2,5. Это вот вообще просто обыкновенные медицинские маски. 5 штук 10 долларов. Вот цены. Че, куда мы идем?
В общем, здесь можно гулять сутками, мне кажется. Еле вышли с этой подземки. Нет, это какая-то не очень. Я вообще не знаю, зачем я взяла эти розовые. Блин. Ну, как раз нам дома на всех хватит. Но надо было взять, брать какие-нибудь голубенькие или коричневые. Давай, давай, доча, сейчас коричневые. Зачем? У нас... Зачем коричневые? У нас же коричневый набор. Да. Вот типа таких. Ну, что-то они такие страшные какие-то. Кофе, капучино. Так, ну ладно. Здесь? А, здесь тоже. Ну-ка. Здесь такой же. Вот, пожалуйста, вечерний Каннам. Стенды не горят. Стенды раньше горели разными цветами. А это умные панели, я не знаю, как их назвать. Сейчас они не работают, скорее всего, потому что продажи упали. Вот. Так, что я рассказывала? То, что малый бизнес очень сильно, конечно, пострадал из-за коронавируса. Люди ходят мало, покупок мало. Людей сейчас здесь, конечно, мало. В это время и машин больше, пробки, не протолкнуться. Но все работает. Типа тяжелые времена переживают. Ну, нормально, прорвемся. Ладно. Все, ребятки, пока. Мы поехали домой. До свидания. До свидания. Мои подписчики, если даже у меня аллергия на животных, все равно я их никуда не отдам. Ну, Лара, давай сюда иди. Моя Ларочка, Кубик, Макса. Макса, все хорошие подписчики, все хорошие мои животные, никого я не отдам. Особенно кошку. Лара у меня уже 15 лет со мной живет. Ладно, уходи, уходи. А он уже где-то месяц, а он где-то уже 5 лет. Короче, все, подписчики, до свидания. Ставьте лайки, комментарики, подписывайтесь и комментарики. И подписывайтесь в Инстаграм. Все, пока. Все, пока. Подписывайтесь. Пока. Пока. Ой, прошу. Пока. Заботечку.